коллеги. А рядом со мной Петр Подымов. Это спикер нашей деловой сессии. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте. Только что закончилась сессия, и вы были там спикером, много говорили, тут же к нам сюда на интервью. Давайте подробнее о сессии, о ее теме. Я выступал в рамках цифровой академии, да, поэтому это получился немножко лекционный материал, то есть выступление на целый час. Тема цифровая трансформация, трансформация компаний, то есть как как менять компании в сторону большей гибкости, то есть как делать продуктовую трансформацию. Да. Интересно, как же ее делать и насколько быстро это нужно делать, особенно в рамках последних событий? Делать нужно было уже вчера. Очевидно, да, то есть как бы компании, которые это начали делать, подошли, конечно, к ковидному кризису, к нынешним пертурбациям, но легче. То есть если успешная трансформация компании позволяет ей принимать решения быстрее, да, и быстрее адаптироваться. То есть и в этом основная, как говорится, фишка. То есть в 2020 году, например, да, Леруа Мерлен перестроил свои процессы там, в режим бэкстора, да, когда пришлось закрыть все магазины, но там буквально за считанные дни и часы. То есть, и это не только там, про IT, про технику, это перестройка операционной модели, про то, как люди в магазинах работают. То есть работали на покупателя в зале, да, стали собирать заказы, то есть перестроились. Да. При этом нужно было нарастить там, объемы электронной коммерции примерно раз в 10. Ну, расскажите, пожалуйста, насколько наши ритейлеры сейчас готовы к новым вызовам и насколько у вас, как у специалиста, есть идеи. Мы же не знаем, что нас ждет в будущем, при этом, при всем, есть ли какие-то алгоритмы, которые помогут участникам рынка быть готовым вообще ко всему и шагать на один шажочек впереди? Спасибо, да. Ко всему быть готовым, конечно, сложно, абсолютно ко всему, но в целом алгоритм достаточно простой. Первое, это нужно видеть цель, как бы верить в себя, да. Первое, это понятная стратегия, да. Второе, это, соответственно, хорошая, грамотная модель управления, и третье, в рамках этой модели управления мы правильно можем разложить наши инвестиции по направлениям, по кошелечкам и получить от них возврат. То есть это та гибкость, которая позволяет нам быстро перестраиваться и быстро перенаправлять наши усилия. То есть инвестиции ведь это не только деньги, это наш фокус, это наше внимание. Очень интересно, вы говорите, была лекционная такая форма, вы вещали. Вот были ли выкрики из зала, вы не правы, абсолютно не так, или все-таки все были примерно согласны и смотрели в одну сторону? Ну, в основном, да, я, наверное, не говорил каких-то уже сейчас прорывных вещей. Я говорил примерно то же, что и пару лет назад, но, может быть, уже в обновленном варианте. Если пару лет назад это было новым для всех, сейчас это уже становится практически нормой. Не только там для крупнейших корпораций, но и для корпораций второго эшелона. Ну, значит, вектор изначально был выбран правильно, и все компании идут по нему и, надеюсь, с успехом преодолеют все трудности. Думаю, что да. На этой шикарной ноте хочется закончить наше интервью, дать возможность вам немножко отдохнуть. И спасибо за вашу работу. Спасибо вам.